матча. Ты несколько дней назад присоединился к команде на сборы. Как проходит адаптация? Уже на полную ли тренируешься? Как в целом настроение? Да, но я приехал 12-го, пару дней назад. Первые два дня индивидуальная работа. Не смог полностью работать с командой, за то, что у меня почти две недели отдыха было. Но сейчас уже в общей группе тренируюсь, и удалось сыграть сегодня 70 минут. И я хотел уже вернуться в команду тренировать. Проиграли сегодня, но вот говорят, что на сборах все-таки главное не счет, а главное сыгранность. Что в целом скажешь по игре? Ну, конечно, но мы еще не в такой форме, какой бы хотели. Мы будем в форме 27-го. Сейчас еще не все игроки приехали со сборных. Потихоньку набираем форму. И сегодня были много хороших моментов, где хорошо играли. В пас, контроль мяча. Но по физическим состояниям еще видно то, что чего-то не хватает. Проиграли, к сожалению. Но, как ты сказал, не самый главный счет на сборах, а это хорошая тренировка для нас была. Давай успокоим болельщиков. К суперкубку будем готовы на все 100? Да, на 110 даже.